Ольга Тихонова из Наропоминска. Она заслуженный работник культуры России. Сейчас работает реабилитологом и помогает воспитывать 4 внуков. В активном долголетии давно считает главной целью показать подрастающему поколению, как можно весело и с пользой проводить свободное время. Жить и радоваться каждому дню, каждой минуте и каждой секунде. Вот, наверное, еще суть активного долголетия. Быть полезными. Новые мастер-классы по акваэробике и дыхательной гимнастике организовали специально для женской половины клуба. Водные занятия провела чемпионка мира и Европы Надежда Борисова. 15 минут аэробики, остальное время для свободного плавания под динамичную музыку. Вы такие красивые, заряженные. Хочу пожелать вам, чтобы вы были здоровы, успешны. Еще чтобы больше интересных проектов было на нашей земле. Раз, два, три, четыре. Около 70 женщин из Можайска, Красногорска, Наропоминска, Истры, Рузы и других городов Подмосковья приехали в Звенигород. Все остались очень довольны. С радостью отметили, что все пожелания пенсионеров учитываются. Они обычно просят проводить всякие конкурсы среди чтения, среди пения, среди тех, кто делают какие-то поделки, рукоделия. То есть, в принципе, сейчас топ-10 направлений, которые представлены, они покрывают в целом все потребности. Это спорт, это дыхательная гимнастика, это занятия вокалом, рисование, рукоделие, творчество. А скоро к этим пунктам добавится растениеводство. Кроме того, уже начали проводиться пробные театральные занятия для тех, кто всю жизнь мечтал попробовать себя в качестве актеров. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».